что духовный звук имеет конкретное, четкое и сильное влияние на грехи, а грехи означает судьба. Как судьба действует? Допустим, у меня плохие мысли. Ничего плохого нет, кроме мыслей, допустим. Мысли плохие заставляют плохо говорить. У когда у человека плохие мысли, его голос грубый. Грубый голос означает что? означает портится отношения с близкими людьми и это реально влияние судьбы, то есть есть плохие мысли, есть близкий человек и если плохие мысли долго будут существовать, то близкого человека уже не будет. Почему? Потому что ему надоест такая жизнь. Вот в этом заключается влияние судьбы, то есть изменение судьбы за счет плохих мыслей. Когда человек ходит в храм, плохих мыслей нет. Близкий человек есть и будет дальше продолжать оставаться, потому что ему тоже становится хорошо рядом с тобой, потому что ты успокаиваешься. Это очень сильный, важный эффект, который происходит просто от того, что человек слушает имя Бога от тех, кто это делает с сердцем. Просто слушает и все, он ничего сам не молится, просто слушает, включает дома. Там в храме включает и просто слушает, и все. Потом ему начинает нравиться такая жизнь.